Владимир Владимирович, Олег Николаевич Кожемяка, Рустям Саитович Абушаев. Обращаемся к вам за помощью, как жители Надеждинского района и Приморского края, как родители малолетних детей, потому как обеспокоены информацией о намерении сжечь на территории нашего района несколько сотен тонн ртуть, содержащих пестицидов. Наш район последние несколько лет динамично развивается. Из городов Приморского края и других регионов переезжают молодые семьи с детьми. Мы знаем, что из федерального бюджета выделяются большие средства для стимулирования притока населения в Приморский край. Наш район уже густо населен. И не так давно на очередном ВЭФ было принято решение о строительстве города-спутника. Также на территории Надеждинского района.